Всем привет, друзья! С вами Корвид, мы находимся в Ghostmaster. Продолжаем всех пугать, у нас... это получается как типа первый пролог, да, типа первая часть, да, у нас типа три здания здесь. И вот у нас осталось одно здание, вот это вот, в прошлый раз мы играли здесь. А тут надо было не всех испугать, здесь надо было помочь призракам, чтобы их тела были обнаружены. Вот, мы в принципе это сделали, то есть освободили всех трех и помогли с ихними телами. Поэтому сейчас мы отправимся вот сюда, будем смотреть, что у нас тут. The smug and irritating youths of the Alpha Tau fraternity. Так. Ага, вот этого я помню. Вот этого я помню. Только я не помню какого. А, вот этого я тоже помню. Тут, по-моему, надо заморозить все. А, тут или землетрясение надо, или что-то такое, или надо все заморозить. Three socially maladjusted individuals are attempting a séance in the basement. The members of the fraternity believe they are tuning up their generator. Not. А тут, по-моему, просто можно сделать кинетик, по-моему. Не помню точно, ребят, не помню. Сейчас будем тестить, Так, нам по рекомендации дают статика, Стоунволла, Шиверса, Айтхер какой-то, короче, Айр и Бу. Не знаю, насколько это нужно мне. Мне кажется, паучок будет получше, чем, допустим, тот же Шиверс. Ну, не знаю, давайте, ладно, сделаем так, посмотрим, получится. Не, ну, по-моему, никто из них не делает холод. Ветер. Наверное, мне кажется, я лучше возьму, заменю, наверное, Шиверса. На Максин Фактор. Наверное, лучше вот так вот сделаю. Погнали. Так, у нас есть вот здесь где-то чувак. А, где у нас? Вот он. Так, он у нас прикован к зубам, да? К зубам. А, по-моему, здесь всего лишь надо сделать кинетик, и все будет хорошо. Но это, опять же, не точно. Давайте посмотрим. Сделаем здесь кинетик. Нет, видимо, здесь надо делать не кинетик. Видимо, что-то другое. Кинетик не подходит. Предметы не летают. Так, хорошо. Это не работает. Давайте попробуем что-нибудь другое. А, может быть, в воздух надо было вот так вот сделать что-то. Так, а ну-ка. Сила. Ветер. Может быть, ветер здесь надо сделать. Нет, ветер вроде бы тоже ничего не делает. Пипинг. Это какая-то музыка? Пипинг. Какая-то громкая музыка, видимо, да? Тоже не помогает. Так, этого тоже я здесь нигде не могу воткнуть. Может быть, статик тут что-то сможет сделать? А ну-ка, давайте попробуем, ребят. Так, статик, ну-ка. Что ты тут можешь? Давай попробуем, наверное, со спарка, да? Нет, спарк, может быть, спарк шторм здесь что-то сможет сделать. Спарк шторм пока я не могу здесь замутить. Ладно, надо тогда немножко тогда попугать народ. Давайте Бу вот сюда вот отправим и сделаем ему кинезис, и потом хайден сник сразу еще. Вот так вот. Всех пугаем. Вот здесь вот у нас этот... Лаки. По-моему, его надо то ли сломать, этот стол, то ли что-то, короче, такое тоже сделать. То ли, по-моему, чтобы он заискрил. В общем, что-то типа того надо делать. Hide sneak. А, hide seek. Hide seek. Одного немножко напугал.
Так, а я могу сюда, допустим, да, могу вот сюда статика воткнуть. Strange Vision, странные видения. Вот так, давай, опа. Пока их здесь много, замутим вот так вот странное видение. 125 уже, да, набили, это хорошо. Спаркшторм. На Спаркшторм пока не хватает очков. Можно вот так вот убрать, попробовать Спаркшторм вот так сейчас сделать. А, вот, освободили Лаки, все. Спасибо, маленький Лаки теперь присоединяется к нам, друзья. Маленький Лаки теперь с нами. Отлично. А, здесь еще один есть чувак. Вот он. Но я не помню. А, тут, по-моему, надо крик сделать. По-моему, вот эта должна очень громко заорать, короче. Вот эта штука, она просто трескается, типа, ломается. Сейчас попробуем вот этот. Во, да-да-да-да-да, все сломали. То есть это дикий крик, который все ломает. Освободили мозг. Здорово. И у нас, получается, с вами остался только один. Этот, кстати, дикий крик, он реально пугает. Реально, причем. О! А, надо было, чтобы определенный чувак, типа, сбежал. Все, я понял. Ну, то есть, чувак, чья была вот эта комната. Он у нас, вот он был, Тед Гейбл. Он у нас, короче, сбежал. И из-за этого, получается... освободили все. Ну все, ребят, мы всех тут, в принципе, освободили, да, можно теперь начать пугать всех в более жесткой такой серьезной форме. Так. Чувака, который у нас, что касается земли, давайте тоже, наверное, его отправим куда-нибудь или нет. Давайте статика вот сюда, пока их здесь много. Ай, не хватает. Strange Vision. Странные видения. Так, Бу давайте воткнем вот здесь. Не хватает, не хватает, не хватает. Вот так вот. Hide Seek. Жесткий крик. Пугает всех и все. Вендал, старина Вендал. Вендала тоже можно, кстати, воткнуть, допустим, куда-нибудь сюда. Давайте, наверное, вот этого мы уберем. Вот, пускай Вендал у нас тогда вот так вот делает по максималочке, да? И это тоже так по максималочке делает здесь все. Так, это у нас воздух, это вот у нас электрическое, это у нас на убийство идет, да? Но здесь... А, вот здесь вот есть, в принципе, убийство. Он, кстати, по-моему, холод какой-то делает жесткий, да, вот, Ice Touch. Жесткий холод, короче, делает у нас этот чувак. А здесь вот есть, по-моему, электрика, да-да, тут есть вот музыкальный центр, может что-нибудь замутить. Вот, отлично. Пугань пошла, пугань-ругань. Кинезис, так, ну еще очки есть, давайте тогда вот этого отправим на убийство вот сюда, здесь вот. Пускай сидит, сила. Ну вот так вот, да, Ice Touch. Он его, по-моему, заморозит сейчас, да. Он его заморозил. Так, здесь у нас получается двое, да. Вендал у нас здесь лазит. Причем максимально, который у нас прокачан, да. Здесь тоже, да, вот здесь вот у нас один сидит. Он, мне кажется, здесь не нужен. Мы его, наверное, отсюда уберем. Здесь вот двое, здесь двое. А, на улице очень много еще тоже ходят людей. Эту я, наверное, никуда засадить не могу, да. Тут ничего такого нету эмоционального. Она что у нас... А, она у нас на убийство тоже цепляется, да? То есть я могу ее, допустим, вот сюда посадить. Но здесь как бы без вариантов. Здесь без вариантов. Ладно, тогда давайте статика. Подожди, тут же второй этаж еще есть. Да, второй этаж еще есть, кстати. Но тут мало кто ходит. То есть как бы... В основном ничего такого нет. А на улице у нас электрических предметов нету, да? Нету. Есть только вот здесь. Ну ладно, давайте тогда вернем сюда статика. Strange Vision пускай он делает здесь. Пугает уже всяческих людей. Людей-людишек. Лаки тут развлекается как хочет. Так, шарм, лаки, лак, шторм, кинези здесь, все дела.
призрачное видение. А куда делся Вендел? Почему Вендел здесь ходит? Go to... Нет. Вот сюда давайте мы отправим Вендела. Так, еще один у нас там сбежал. А, вот этих, кстати, надо испугать еще. Вот этих надо испугать, чтобы они, короче, не делали свой обряд. Так, электричество, короче, я могу что-то сделать. Давайте, наверное, тогда отправим его вот сюда. Не могу, 150 надо, не могу. Не могу сделать. Ладно, давайте вот так пока сделаем временно. Здесь сделаем вот так вот. Опа! Исчезнем. Исчезнем. По-моему, вообще надо, чтобы они вызвали, насколько я помню, призрака. Я точно не помню, но, по-моему, надо, чтобы они призрака вызвали все-таки. Вот тут есть у Лаки есть какая-то удача. Я не знаю, может быть, ее надо сделать? Странная удача преследует выживших. Вот, возможно, вот этот вот нужно сделать навык для того, чтобы они смогли вызвать. Я даже не знаю, ребят. Странный холод. Ладно, пока будем, короче, всех пугать, кроме вот этих вот трех, наверное, да? Так, тебя мы отправим сюда, все-таки ближе к центру. А тут, блин, постоянно куда-то... Этот Вендел, он постоянно норовит куда-то сбежать. Так, остались, ну, эти, в принципе, почти все напуганы. Тоже, да, они, единственное, они сбегают на улицу, а вот на улице я уже ничего с ними сделать не могу, потому что у меня нету никаких призраков, которые бы могли что-то там делать на улице. Лаки Шторм, так, Лаки Шторм пока набирается, давайте мы его уберем, наверное, отсюда. Тоже как-то заманивает, да? Тоже как-то заманивает. Призрачная Причон какой-то, не знаю, что это такое. Ну, короче, тоже как-то заманивает, типа, к себе, к узам, видимо, тоже. Так, ну, почти все сбежали. А вот эти, видимо, должны, по-моему, вызвать все-таки призрака. Здесь есть, короче, призрак, который является главным. Его, по-моему, зовут Тень. Вот, он, ну, это, типа, самый сильный, короче, типа, призрак, который, ну, он... Можно сказать, влияет именно на психику. Короче, такой довольно-таки интересный. Он появится, по-моему, где-то на половине игры. Ну вот, вот здесь он, по идее, должен появиться в первый раз, да? А именно взять его себе в команду мы сможем чуть позже. Как-то, мне кажется, слабенько мы их здесь пугаем. Как-то очень, по-моему, слабенько. Силы. Так, еще один сбежал. Так, ну что там у Лаки? Удача есть? Есть удача. Давайте отправляемся вниз. Power Lux. Нет, подождите, пока все отключим. Отправляем его сюда. Делаем вот так удачу. Так, вот удача сделана, все. Убираем. По идее, у них теперь должна повыситься удача. Я на самом деле не помню, блин, как сделать, чтобы они вызвали, блин, этого духа. Вот честно, ребят, не помню, блин. То ли они должны поверить, то ли они сами по себе как-то их вызовут. То ли, блин, фиг его знает. Короче, я не помню. То ли тут надо огонь сделать, чтобы разжегся. Но огонь, по-моему, это как-то уже по-демонически, да, звучит. А мы все-таки играем... в призраков, а не в демонов. Поэтому не знаю. Так, ну тут все работает. Все работает, как бы все нормально. Давай мы пока выключим. Давайте, наверное, на улицу отправим вот этого. Пускай она там поорет немножечко.
испугает, может, кого-нибудь. Но эти вроде бы не боятся. Нет, эти вроде бы не боятся. Так, ветер, там порывы ветра. Ну, еще осталось несколько. Четверо осталось, надо их... А, нет, один уже тоже убегает. Трое осталось, да? Вот это самый такой жесткий у нас здесь ходит. У нас на втором этаже, получается, здесь лазит. Поймать его там довольно сложно будет. Но я думаю, что поймаем. Поймаем обязательно, обязательно всех выгоним отсюда. Это стопудово. Вендала давайте сюда. Пускай он здесь тоже немножко пошалит. Наверху, на втором этаже. Brief scare. Какой-то испуг. Chase. Да, Вендал тут довольно хорошо так отыгрывает, в принципе. Footstep. Шаги, типа. Слышит какие-то шаги. Так, осталось двое. Эти криков, получается, не слышат. Осталось двое. Нет, 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 нет. Вот это тоже осталось. Трое осталось. Не все идут вниз. Так, ну они еще вызывают, они никого не вызвали. Я что-то просто нажал на какую-то кнопку. А, это, видимо, кто-то сбежал, наверное, камера немножко переместилась, я понял. Хорошо, этого тоже заморозили. Так, Вендала давайте сюда. Вендал вот сюда. Да, и, наверное, вот сюда еще Лаки тоже воткнем. Так, один остался. Один, ребят, остался. Последний. Все, никак не могу его, блин, выгнать. Пугаться не хочет, конечно, чувак. Вообще, абсолютно, причем никак не хочет пугаться. А, сюда не работает на землю, блин. Ну, ладно. Так, вот здесь вот на электричество могу вот так вот отработать. Призрачное видение. Обосрался. Шаги. Лязг цепей, крики. Все сразу. Все разом. Все разом, все на него. Странное видение. Сюда бежит? Да, сюда бежит. Давайте сделаем его. Вот так вот, свеллоу. Странно, Свеллоу почему-то никак не отработал. Ладно. Свеллоу ничего почему-то не сделал. Звуки всякие, музыка всякая играет. Обалдеть. Я бы уже, наверное, обосрался, если был бы на месте этого чувака. А, блин, не успел. Не успел. Ну уже, пугайте его. Так, сюда давай. Ой, наверх пошел, блин. Он наверх пошел. Это будет долго, блин. Же тебя выгнать отсюда, гад такой вонючий. Так, спускается вниз, хорошо. В подвал пошел? Зачем он в подвал пошел? Рассказывает что-то, что типа видел там призраков, всякое такое. И зачем? Может быть, это типа нужно было так сделать? Пока не знаю, ребят. Я точно помню, что появляется тень и высасывает, типа, из них, короче, по-моему, жизненные силы или что-то типа того. Ну, посмотрим, он сейчас должен, по идее, пойти. А, подождите, может, свет здесь надо выключить? Тут есть электрикал, такая фигня. Спарк Шторм. Так, а ну-ка, если мы сюда, допустим, посадим его.
Не, давайте, наверное, все-таки вот этого выгоним, а потом уже начнем заниматься вот этими, короче, что они там будут нам делать, для чего они нам будут нужны и так далее. Где он? Он здесь где-то ходит, на втором этаже, короче, ходит, шляется, да? Я понял тебя. Так, бежит вниз. Бежит вниз. Подвал опять пошел. Вот гад. Ну что ж ты, блин, ходишь по подвалам-то? Ходит, шляется по подвалам. Пошел наверх опять. Сейчас придет сюда. Давайте, ребзя. Надо пугать. Сейчас должен подняться будет. Ага, вот он. Что-то он как-то долго будет сюда поднимался. Шаги, водичка, холод. Ну, блин, почти. Ну, ведь почти ж уже. Почти, почти. Почти выгнали его отсюда. Во. И да. Все, сбежал, наконец-таки. Все отсюда сбежали, получается. Осталось только... Остались трое вот эти, которыми я, на самом деле, не особо понимаю, что надо делать, да? Ну, сейчас я думаю, что что-нибудь замутим. Так, отправляемся вниз тогда. Давайте сначала попробуем отключить питание вот здесь вот, да? Вот здесь есть рубильник, можно его вырубить, короче, нафиг. Попробуем. Power. Spark Storm мы делаем. Так, свет, по идее, должен вырубиться. Странно. Не вырубается. Может быть, просто обычный спарк можно сделать? А ну-ка, спарк. Нет, не вырубается. Может быть, Лаки сможет тут что-то замутить? А ну-ка. Не работает. Во! Так, а ничего не произ... А, выключился свет, получается. Как бы это как бы особо ничего не дало. Здесь вот есть какая-то штука тоже электрическая. Может быть, там надо будет это использовать? Strange behaviors. Так, а ну-ка, если, допустим, мы его воткнем сюда. Странно, почему он появляется посерединке где-то? Power. Так, good light попробуем сделать. Опа! Свет выключился. Ну, что-то как-то никакого эффекта это особо не дало. Попробуем сделать Lucky Storm. Повышаем удачу. Попробуем сейчас еще сделать это вот Strange Behaviors. И... Нет, это никак абсолютно не помогло. Так, ну что я могу сказать, ребят? Значит, будем их тогда пугать до полусмерти. Так, что делаем? Здесь вот есть убийство. О, можно будет сейчас сделать красоту вообще. Немыслимую просто. Так, мы делаем, получается, здесь Spark Storm. А здесь вот так Spooky Surprise. О-о-о-о-о, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Нормально так. О, жесть. Прикиньте, так обосраться. Это ж вообще офигеть можно.
Обделались люди, обделались, походу, вообще по полной программе. Один уже, ребят, сбежал. То есть, вот так вот сразу, быстро причем. Обалдеть. Так, убираем наших топовых привидений отсюда. Идем наверх. Так, давайте ставим Бу сюда, ставим сюда вот Вендала. Кто там еще у нас? Вот этого чувака мы ставим вот сюда. Здесь мы Лаки сюда втыкаем. Сюда втыкаем Статика. Вот так вот. Пускай пугают. Шарм. Так, ну тут нормально все. Тут у нас нормально все. Тут у нас нормально все. И где это летающая? Пускай тоже там визжит, орет, поет песни. Тоже пугает, пускай. Один уже сейчас тоже должен сбежать. Да и второй тоже. Они уже все, они уже. Оба испуганы, получается. До усрачки. Вот этого уберем. А нет, подождите, вот этого. Из-за него, короче, они сейчас, я так понимаю, не убегают. Вот сейчас будут уже убегать. Да, все. Итак, ребят, мы с вами выгнали всех. Единственное, они не вызвали никого. Я не помню, к сожалению, должны были они кого-то вызвать или нет. Но вот как-то так. Ну, по-моему, они должны были вызвать здесь топового призрака, насколько я могу это помнить. Все, всех мы выгнали. Надеюсь, это будет победа. Да, победа. Всех трех мы освободили с вами, получили 192 золотые плазмы. В принципе, все здорово. Так, у нас открывается еще вот такой домик. Summoners not included. Так, и все. Ладненько, ребят, думаю, тогда мы на сегодня выпуск закончим. Если хотите продолжение, посмотреть, что же у нас вот здесь такого интересного находится, а поверьте, там будет интересно, насколько я помню. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корвит. Всем удачи, всем пока-пока.